Моя бобиная любимая пряжа. Цвета могут не передаваться. Здесь в основном у меня полушерсть идет. Здесь в остатках уже осталось все. Вот такие вот букле есть. Вот мой любимый хлопок, полухлопок стрейчевый. Бежевый я не успеваю наматывать. У меня в больших бобинах еще есть. Так что, если надо, пишите. Вот такой вот хлопок темно-синий, розовый. Есть вискоза белая. На летние топы, кстати, майки очень хорошие. Желтый хлопочек чистый там у меня. Полушерсть на кардиганы, на пальто. Тоже классная пряжа. Тоненькая здесь у меня полушерсть. Ну и бобины. Пишите, девочки, кому что нужно, потому что скоро я в отпуск. Отвечать буду не так быстро. Ну, буду, конечно. Но у вас до 1 июня еще есть время. Вот они мои часики красивые. И мои изделия. Вот видите, у меня тут детское все висит. Вся красота. Есть еще пуфи. Вот если кому интересно, Ализе, пуфи у меня тоже есть в наличии.